Всем привет, ребятки. Доброго времени суток. Не обращаю внимания, что я в очках. Немножко плачет ветер. Я только что с ресничек. Поэтому солнечных очков не нашлось. Но дело такие. Обычно я в них не хожу. Но хоть какое-то спасение от ветра. Я иду сейчас к Жене на работу. Чего я так спешу, я не знаю. И потом мы домой поедем. Время уже почти 6 часов. Что у меня сейчас заболит, я чувствую. Немножечко заболели. Мало того, что ветер. Дорога такая. Денечек такой нормальный, но ветреный. В принципе, не жарко, не холодно. Но ветер сильный на сегодня. Лес вот уже пришло. Просто хотела раньше включиться, но как бы ветер такой, быстрее. Сейчас поедем домой, а потом, наверное, поедем по магазину. Жизнь меня ждет. Да, машина стоит, но его не видно. Сейчас будем ломиться к нему. Здрасте. Какой у вас танк? Ничего себе танк, ребята. Обалдеть, да? Я тут рядом с колесами встану. С вашего позволения. Показать? Давай, что, пока? Я рядом с колесом. Ну, как раз. Нормально, да? Да? Обалдеть. А что он такой огромный? Ой, здесь я не видела. Да. Ну, звонят. И вот, ребяточки, мы уже сгоняли. Это же дубль 2. Сгоняли Женю домой. Сгоняли в магазин. А теперь я чистый. Ну да. Вот. И сейчас у нас по плану посидеть в кафе. Там ветер будет погодить. У нас фонтан включили. Представляете, фонтан? Сейчас покажу. Ой, какая музыка. Интересная. Дети на детской площадке. Фонтан, фонтан, фонтан. А вот и фонтан. Ну, холодно все-таки как-то. Сейчас вечером. Он ветер и так был везде. Сейчас прям как-то особо. Особо ветрено, ребята. Патриотичная музыка, да? Что, мы с тобой все? Ой, девочки, мы пришли в другое кафе. ДК у нас оказалось закрыто. Поэтому мы здесь вот трапезничаем в своем привычном варианте в подвале. Привет, птица.